Сколько тайн и загадок хранит в себе сибирская тайга, кто знает. Северо-восток Томской области, самая малоизученная ее часть. До ближайшего селения почти 700 километров. Сюда прибыла экспедиция Томского краеведческого музея. В составе экспедиции историки, краеведы, архитекторы. Цель – старинное русское поселение, случайно обнаруженное буровиками в дебрях Нарымской тайги. Как оно возникло? Как добрался сюда человек? Ученым еще предстоит ответить на эти вопросы. Одно несомненно – эти дома, срубленные на века, туеса, хозяйственная утварь, помогут нам лучше узнать жизнь русских поселенцев середины прошлого века. Самая ценная находка. Печатные и рукописные, даже берестяные. Некоторым из них более 300 лет. Говорит руководитель экспедиции Валентина Ивановна Косточка. Ну, поражает прежде всего свои постройки. Уникальность их в том, что они выполнены без единого гвоздя из дерева. Металл в постройках вообще отсутствует. Шарниры, ручки дверные, все выполнено из дерева. Люди жили не только дарами природы, но и занимались культурным земледелием. Выращивали лен, коноплю, лук, горох. Об этом есть даже записи в их книгах. Мы имеем дело здесь с замкнутым натуральным хозяйством, где все изготовлялось собственными руками. Поражает вот эти изделия гончарного производства. То есть вот эти изделия были сделаны даже не на гончарном кругу, а вручную круговым налетом. Ну и найдены уникальные, конечно, берестяные книги с такими бытовыми записями, где велись фенологические наблюдения, хозяйственные записи. Эти находки, которые мы сейчас вам показали, будут тщательно изучаться, требуют своего дальнейшего исследования.